Здравствуйте, уважаемые аквариумисты, любители, профессионалы. Меня зовут Виктор. Я принимаю участие в тестировании фирмы Hagen, марка Fluval. Мне попал фильтр 305 модели. Вот такой вот, как вы можете видеть. В данный момент фильтр запущен, просто небольшая предыстория, почему именно этот фильтр, как он мне попал и что я хочу с помощью его доказать или не доказать, или развеять какие-то мифы. Всем давно известно, что аквариум — это очень хорошо, красиво, но дорого, как многие считают. Это раз. Второе, очень многие отказываются от аквариума только потому, что считают, что это сложно. Действительно, аквариумистика — наука не легкая. Не дешевое удовольствие и в чем-то и сложное. Сложное, особенно на первых порах. Часто случается так, что приходя в магазин, люди покупают себе набор, тот, который им продают, предлагают продавцы. Сюда может войти один из внешних фильтров, скажем, наш Fluval 305. Что же является целью тестирования? Что за цель моего тестирования? Я хочу показать, что в принципе ничего не сложного даже для начинающего аквариумиста, это раз. И хочу проверить, так ли хорош фильтр от компании Hagen, как его она описывает, так ли он прост в использовании, и так ли он хорошо будет фильтровать то болото, которое, как правило, получается на первых порах у всех начинающих пользователей. Очень редко кто не сталкивался с вот таким вот аквариумом в первые дни его жизни. А некоторые видят такую картинку постоянно, и она заставляет их вообще прекращать заниматься аквариумистикой. В чем будет суть тестирования? Я помог запустить моему брату, которого вы видели немножко раньше. Это мой младший брат, которого я привлекаю активно к аквариумистике. Помог ему запустить данный фильтр. Теперь задача будет его полностью обслуживать вот этот вот аквариум. Единственная маленькая оговорка. Для того, чтобы, конечно, не делать потом перезапуск, постарался хоть по минимуму, но сделать грунт уже какой-то такой с подложкой. Внизу лежит специальная подложка для растений, вверху лежит базальт. Сделан минимальный декор, и на этом моя работа здесь закончена. Моя работа будет просто как консультанта, наблюдателя в каких-то вопросах, связанных с каким-то проблемным решением. Дальше все остальное аквариумист будет сам делать. Это нужно для того, чтобы проверить, сможет ли данный фильтр справиться с теми трудностями, которые возникнут, я уверен, в этом аквариуме. Я буду все это освещать с помощью моего брата. Спасибо за внимание. Желаю вам хорошего здоровья.